Хотя вот, знаете, не надо забывать, что Брайан Жубер может как-то разозлиться и тоже повлиять на распределение мест. Наверное. Вообще, конечно, любопытный момент. Я смотрю компоненты Патрика Чана. Skating Skills 9,11, Transitions 8,96, представление 8,61, хореография 9, интерпретация 8,96. Обычно, когда все-таки столько ошибок, идет снижение его второй оценки. Но по отношению к Патрику Чану судьи, конечно, понизили, да? Наверное, они поставили бы ему все за девятки. Здесь есть восьмерки. Но это незначительно. Все равно он по компонентам на 9 баллов опередил Дзюры Ханью и на 4 балла Хавьера Фернандеса. Большой был запас, конечно, у Патрика Чана по отношению ко всем остальным. Ну, хотя, вы знаете, у Дениса Тена появляется шанс. Да, он же второй, по-моему. Второй, да? Да, он второй. Да, поэтому при хорошем раскладе может он 7 баллов разницы. Хотя много все равно. То сейчас просто поболеем за Брайана Жубера. Мне хочется, чтобы хорошо показал. Знаете, честно, мне хочется, чтобы хорошо показал эту программу. Прокатка в прошлом. Ох, клуб есть, молодец, Шерна, есть. Сальто в четверной. Нет, только нет, только тройной. Я думаю, что не надо больше рисковать. Если почувствовать, конечно, надо, по идее. А так, чисто откатай, я думаю, что судьи не обидели. Он заявил 3/4. Как в лучшие годы. Как много лет назад. Костя с таким углом молодец удержался. Знаете, я не ожидал, что он сможет зацепиться за выезд, но под приличным углом, так что на грани риска, выехал все-таки. Хорошо, 2/4. Надо, конечно, двойной тулуп. Ну, без каскады, сделать, да. Да, только одинарный сделать. Лифт тройной. И двойной тулуп. Ну, вот так откатать, и какой-то шанс у меня, конечно, появится. Флип,
все, Жубер ведет. Достоял. Жубер все сделал. Сегодня сделал. Молодец, молодец, молодец. Безоговорочно молодец. Ну и что, и дорожку нам надо сделать. Такую, знаете, поставить жирный восклицательный знак в конце программы. Вот так, наверное, да. Это возрождение, знаете, какое-то третье дыхание, не знаю, как назвать, но молодец, молодец, как я хотел, чтобы он хорошо откатал, так и получилось. Здорово, хорошая программа, она ему очень идет, вообще она такая мужественная программа, знаете, хореография, он ее понимает, он ее чувствует, он в ней чувствует силу, свою силу, которая ему помогла исполнить столько, в общем-то, большое количество сложных элементов. Да, неординарный спортсмен. Бывало и критиковали мы его, конечно, когда он нам три сезона катал одни и те же программы. Андрей, справедливо, да? Же, правда, справедливо. Да. Справедливо. И, в общем-то, не слишком разнообразен он в представлении образов в своих спортивных программах. Но, на самом деле, может катать и что-то лирическое, а не только героическое или технологическое. Ну да, сегодня он боролся. Сегодня он большой молодец. 28 лет Брайану. Это уже даже страшно сказать, какой это для него чемпионат мира. Его очередной тренер — это Катя Крир. Жалко, конечно, что очень много каскадов со вторым прыжком, только двойным. И это, конечно, подпортит ему его оценку. Да, чистый въезд. И насколько близко к борту, да? Все да, прыгают сантиметр. Прям скользь бортом, облизывают бортики здесь, на этой площадке. Давно еще с юности увлекается он мотоциклами, и зачастую на тренировку он приезжает на мотоцикле. Кроме того, бильярдом и фехтованием увлекается Брайан Жубер. Ну, в общем, программа у него героические, и хобби у него тоже героические. Какой-то у них идет такой, знаете, внутренний диалог. Причем даже как будто не о программе они разговаривают. Такое ощущение, что они на чемпионате мира, и как будто не ждут оценок. Да, 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 да. Ну, может быть, действительно, Жубер уже давно не ждет оценок. Да, ну, он получил свое время, конечно, и... Хотя он очень амбициозный. Не может распрощаться со спортом, не может уйти. Ну, боец, ухай. Боец, конечно, он любит соревноваться. 148-09. Не хватит. Не хватит. Ну, вы видите, да? Публика свистит, ему самому. Щедрые компоненты. Да. Щедрые компоненты ему поставили. Седьмой. Больше, чем у Ханью. Но по технике вот эти двойные прыжки. Он смеется. Седьмой. Так откатать. И седьмой. Что ж делать-то надо? Значит, вот. По идее, сейчас откатает кровь.